Привет, интернет! С вами Андрей из Австралии. И сегодня мы поговорим опять о новостях Австралии. Хороших, может быть, не очень. Посмотрим. Первое, пока что это как бы и не новость, но считается слух. Прошел он в Твиттере у Digital Nomad. Это блогер, который в основном пишет о том, как перемещаться в другие страны, то есть быть экспатом, в каких странах лучше, какие налоги лучше и тому подобное. Про Австралию прошла не очень хорошая новость. Сейчас в мире есть налоги, да? Если вы, грубо говоря, гражданин США, то вы платите налоги как в стране проживания, так и в США. Это единственная страна в мире, которая таким вот занимается рэкетом, да? То есть, по принципу, если ты гражданин, то, соответственно, плати налоги и там, и там. Сейчас говорят, что Австралия тоже хочет войти в этот круг, либо уже вошла. Не очень веселые новости, да. С другой стороны, просто-напросто живите себе с permanent resident и не становитесь гражданином Австралии. Вот и все. Почему бы и нет, да? Дальше новости из Квинсленда, как говорится, новости из дурки. Приняли закон о том, что теперь 12-летние могут себе поменять в свидетельстве о рождении свой пол. Я так подозреваю, скоро придут те же самые законы из США, где там дети, если захотят сделать перемену пола, то сделают. Пока что это только в Квинсленде. Я так думаю, скоро подтянутся и остальные штаты. В Австралии тоже, насколько я понял, уже был принят достаточно давно закон, то есть в 2021 году вроде как, по поводу таких названий долбанных, he, she, it, или там еще кто-то, если вы кого-то там обозвали неправильно, грубо говоря, а он там себя чувствует розовым юникорном, розовым пони, то он там может на вас подать в суд, грубо говоря, суд этот выиграет. Оказывается, в Австралии уже вроде как такие законы приняли. Дальше это цены. То есть в зависимости все от штата на самом деле. Электричество там получилось где-то плюс 30, плюс 40%. Где как на самом деле. В некоторых может быть и больше, если вы, грубо говоря, в удаленном месте. По-моему, самая плохая ситуация это была в Голд Косте, если не ошибаюсь, с электричеством. То есть медиа пишет где-то получается плюс $300 за год с вашего кармана придется заплатить. Это при том, что вот эти вот энергопровайдеры, да, показывают там рекордные прибыли, но они как бы говорят, нам надо повышать, а то мы как, никак не заплатим ни за что, такие вот приколы. Дальше Westpac у нас уволил сначала 400 человек, потом еще 100, это в основном контракторов, насколько я понял. Как я уже говорил ранее, если идет череда увольнений, то увольняет обычно всех вот этих проект-менеджеров, просто менеджеров, топ-менеджеров и тому подобное дребедень. Люди, которые, грубо говоря, бумажки туда-сюда перекладывают и получают зарплату в основном за счет того, что они там пишут, я вот в митинге сидел там 5 часов за день, и вся его активность, грубо говоря. Таких вот людей сейчас в основном в Westpac'е увольняют. По поводу Westpac'а тоже есть
это уже давным-давно на самом деле эти истории, что закрывают банкоматы в некоторых городах, ну и людям приходится там для того, чтобы получить кэш, им там чуть ли не 2-3 часа надо ехать в соседний город. Вот, то есть это, в принципе, как бы ситуация сейчас везде такая. Вот. Тоже Westpac ограничивает, там, сколько вы денег можете снять. Вот. Ну, это как бы дефолтные уровни. С августа там, я уже, по-моему, в прошлом видео об этом говорил, может быть, я уже забыл. Вот, там получается что-то в районе, по-моему, тысячи долларов. То ли в день, то ли в неделю, я уже не помню, по-моему, в неделю. Вот. С максимум можно снять не в неделю. И 8 тысяч за месяц. Вот. Но это для бизнес клиентов. Вот. То есть пытается вас полностью перевести на cashless society, то есть без кэша. Вот. Ну, получается, что. В принципе, люди стараются платить. Вот сейчас везде, я уже говорил об этом, появляются вот эти вот кассы с видеокамерами, где ты там, когда сам, грубо говоря, сканируешь, тебя там еще видеокамера снимает. Вот, она там определяет, ты там стыбрил что-то или не стыбрил по твоему напряженному лицу. Вот, ну и, соответственно, там всякие знаки подает, чтобы там какой-нибудь security или продавец к вам подошел. Уже, честно говоря, не помню, но где-то, по-моему, в сторону Blue Mountains один Woolworths решил установить там немереное количество камер, то ли 500, то ли 2500 камер на полках. Соответственно, все эти камеры будут, грубо говоря, теоретически, конечно, направлены на полки, и Woolworths говорит, что это как бы для того, чтобы можно было заполнять эти полки автоматически, да, то есть, грубо говоря, то есть там пусто на этом месте, ну и, соответственно, подается сигнал человеку, чтобы он там положил коробочки, да. Вот. Ну, скорее всего, скоро уже и роботов туда запихнут, чего бы нет. Вот. Ну, понятное дело, что все эти камеры еще и у вас будут снимать. Вот. Ну, как всегда, нам рассказывают про хорошее будущее, о том, что наши силуэты будут закрашиваться черным цветом. Вот. Ну и, соответственно, никто нас там распознавать не будет. Вот. Ну, мы, естественно, этому верим. В принципе, везде идет тенденция к вот таким кассам самообслуживания. Вот. То есть в Альде, в том же нашем, допустим, там заменили почти все кассы на кассы самообслуживания. Ну, соответственно, там просто стоит один человек, там, если там что-то зависло или надо что-то сделать, он подходит к вам там и помогает. Вот. Ну, а в Woolworths и Coles'ах это уже как бы давно было. Aldi такой последний бастион был, да? Ну, соответственно, там вот сейчас, я уже не помню, одна или две кассы уже осталось, а все остальное такие вот кассы самообслуживания. Вот. Помните, я говорил о том, что цены на ренту повышаются. Ну вот сейчас вроде как этот Альби, наш премьер-министр, хочет продвинуть закон на 2 миллиарда, чтобы построили вот эти паблик хаузинг. Вот. Но скорее всего его опять куда-нибудь задвинут подальше. Вот. Ну, опять же, 2 миллиарда, ну, грубо говоря, ребята, считайте, то есть тот же самый, я не знаю, один дом там, наверное, под лям стоит, да, с участочком. Ну, вот, сколько там они могут открыть? 2000 домов, да? Ну, ладно, сделай, допустим, многоэтажные дома. Вот. Но все равно, как бы, этого количества не хватает. По-моему, в Брисбене, если не ошибаюсь, уровень бездомных повысился, если не ошибаюсь, то с 8, то есть с 12% до 20%. Вот, то есть все это дело растет рекордными темпами. Но про Сидней я уже молчу. Тут, понятное дело,
Если вы пойдете в центр и будете гулять по улицам, вы там бездомных кучу найдете. Они там обычно либо в районе метро, либо в районе банков. Вот. Ну, благо, что некоторые улицы здесь прикрыты сверху козырьком. Ну, соответственно, там, если дождь идет, то, по крайней мере, не так уж сильно заливает. Да? Вот. То есть бездомных тут достаточно много. Вот, это как бы нормальная тут ситуация. Вот. А у нас еще приняли закон для спортсменов. Ну, не только спортсменов, на самом деле. Вернее, хотят принять закон о том, чтобы не было, грубо говоря, различий в гендере, да. Ну, соответственно, мужики могли зайти в женскую раздевалку, попялиться на сиськи и тому подобные части тела, вот, и сказать: а чё, а я себя считаю женщиной, вот. Ну и опять же продвигают вот эти законы по поводу того, что спортсменами, грубо говоря, в женском спорте могут быть мужчины, вот, ну почему бы и нет, как говорится, да, вот. Самый прикол, что те же самые женщины все это дело продвигают, а потом почему-то ноют, почему нас так ущемляют сейчас. Ну вот сейчас прошел вот этот прикол феминизма, сейчас все перешло на разноцветную братью, вот, фокус. Ну, соответственно, вы свою, как бы говорится, роль выполнили, полезных, их, ну, знаете кого, вот, но теперь вот дальше продвигается все это дело, вот, да, как говорится, на что бы, с чем боролись, а то напоролись, да. Собственно, почему вся эта радужная штука идет сейчас по всему миру, ну, очень просто, на самом деле, об этом Ларри Финк, если не ошибаюсь, глава BlackRock, сказал, что люди так просто ничего не хотят воспринимать, их надо переучивать. Их надо переучивать, что радужная штука — это хорошо, и мы будем давить всех, вот, чтобы они эту историю приняли. Вот. А как давить? А просто-напросто, грубо говоря, если они считаются самым крупнейшим концерном, там 10 триллионов долларов вложенных практически во все крупные компании мира, соответственно, они, как акционер, говорят: вот, продвигайте эту историю. Ну и компания продвигает. Вот. Это при том, что понятное дело, что в некоторых случаях, как вы уже слышали про это пиво, да, или Target, это как бы идет в минус компании, но вот приходится продвигать, потому что акционер сказал. Вот, а слушаться ты его не можешь, хотя знаешь, что твоей компании это может навредить, и причем очень сильно. Вот, ну, так вот нас потихонечку переучивают. Вот, ну и эти последние новости там по поводу вот этих электрических машин, да. Вот, понятное дело, что сейчас потихонечку все это продвигается, все больше и больше. Вот, но я уже об этом говорил, да. Если у вас не развита инфраструктура, смысла от этих машин как бы нету. И, грубо говоря, если вы перейдете разом, грубо говоря, с газового отопления на электрическое, соответственно, это будет нагрузка на электросеть, да, на там бойлер какой-нибудь на 20 киловатт уже, вот, в одном доме. Вот, теперь прибавьте к этому еще эти машины заряжающиеся, тоже там, я не знаю, сколько ватт. Вот, тоже все это дело будет хорошо так нагружать сеть. Вот, ну и потом считайте, сколько все это дело будет стоить. Ну и вот последняя новость была о том, что если вы там, грубо говоря, заряжаете машину дома, да, то там действительно все дешево и замечательно. Вот, но вот если вы поехали куда-нибудь в город там, решили зарядиться там, то там уже получается киловатт дороже, чем бензин стоит. Вот, ну и там, по-моему, ну это случай, конечно, Англии, по-моему, был, если не ошибаюсь. То есть там, грубо говоря, говорилось о том, что вот там ночные тарифы, там это 6 центов, да, зарядка, что, конечно, дешево, очень дешево. Вот,
А вот если вы поедете в город, то будете платить 2 фунта 60, по-моему, или что-то в этом духе. То есть там такой немеренный процент все вот эти вот публичные парковочки себе забирают. Вот. Ну а теперь считайте, а по большому счету заряжать-то машины эти негде, да? То есть сейчас вот, да, в Сиднее там ставят эти парковки, но вроде как бесплатные сейчас пока что. Вот, ну там буквально там на 2 машины, да, или на 3 машины поставили эти парковки. Там в одном районе, в другом районе. Вот, причем там еще штрафы под 1500 долларов. Если вы там припаркуетесь, а вы не заряжаетесь на электрической машине. Вот. Да, все вот это дело вроде как устанавливается, но в Австралии до этого очень-очень долго. Вот, поэтому как бы все вот эти электрические машины, да, это такой разводняк. Вот, не считая этих батарей, которые там будут выходить из строя, да, и, ну, грубо говоря, вам надо поменять батарейки в 8-летней машине. А это будет вам стоить там 10-20 штук. Вот. Ну и теперь думайте, а как продать машину, если все об этом знают, да? Вот. Ну и кто ее купит теперь, да? Вот так вот и считайте. Вот, это вам не гибрид, где там вы можете просто-напросто ездить дальше там на бензине. Вот. Ну и плюс на гибриде обычно батарейки служат немножко подольше, чем чисто электрические машины. Вот. Так что вот такой разводняк все это дело. Ну и плюс Австралия это не имеет никаких ядерных там электростанций, да. Вот, все на этом чаркал, на угле. Вот, там в лучшем случае, может быть, газ какой-нибудь есть, и все, по большому счету. Но сейчас газ они хотят убрать, уголь, по идее, тоже через какое-то время тоже уберут. Ну и чем вот электричество добывать после этого? Попробуй после этого заряди свою там Теслу, да? Там, я не знаю, сколько ватт, мегаватт надо, да? То ли 70, то ли больше, я не знаю, сколько там. Вот. Ну и вот дальше считайте. Дальше мне в прошлом видео спрашивали, как тут относятся к русским. Да всем по барабану. Вот. Но я могу сказать, что моя компания полностью свернула бизнес в России. Начинает помогать, ну она начала с самого начала войны, помогать украинцам переехать в Польшу, перевести семьи там, и так далее. Я с CEO об этом разговаривал, он говорил, что если что, то может там помочь и тому подобное. Вот, ну, так вот. Вот. А так, в принципе, всем все равно. Ну ладно, на этом видео закончу и пока-пока.